мамы и папы, поздравляем вас с женским днем. Сегодня мы собрались, чтобы из 10 золушек определить самую талантливую, самую обаятельную, умеющую перебирать зерно, петь и танцевать. Приглашаются участницы праздника «Золушка 2019». Приветствуем их! Игнатьева Эльмира! Корькова Мария! Рудникова Маргарита! Исауленко Дарья! Итак, Игнатьева Эльмира. Эльмира, под номером 9. Итак, Эльмира под номером 9. Дальше Харькова Мария. 10. Под номером 10. Прудникова Маргарита. Под номером 1. Исауленко Дарья. Под номером 3. Канц Елена. Под номером 5. Под номером 5. Шабалина Милена. Под номером 4. Параскит Драупади. Под номером 2. Залудина Юля. Под номером 7. Под номером 7. Под номером 8. Сенатова Виктория. Под номером 6. Под номером 6. Итак, наших девушек ожидает конкурс «Умелые ручки». Суть конкурса в том, что солнышкам нужно отделить гречку от смешанных фруктов. Это задание вы начинаете выполнять, как только услышите музыку. А прекратить вы его должны сразу же по окончании музыкального номера. Девушки, займите свои места для проведения этого конкурса. Каждый садится под свой номер. Итак, внимание, прошу включить музыку. Yeah!
прекратить выполнять задание. Жюри определит, кто лучше из вас отделил гречку от смешанной крупы. Отнесите, пожалуйста, на стол жюри свои тарелочки, а сами займите свои места. И будьте, пожалуйста, аккуратны. Подходит Игнатьева Рудникова Маргарита под номером 1. Дальше Бронский Краупади. Все девочки, подойдите к столу жюри. Микрофоны ближе держите, микрофоны ближе, и ей скажи. Прошу девушек снова занять места для проведения следующего конкурса.
Внимание! Началом выполнения задания будет звук музыки, не ранее. Вам необходим тень, нитку и иголку. Сделать узелок. Аккуратно пришить пуговицу четырьмя стежками и зафиксировать нитку. Пришить пуговицу надо двойной ниткой. По окончании работы иголку воткнуть в катушку и поднять руку вверх. Итак, все готовы? Да. Да. Спасибо.
приветствую всех страны. Мы увидели прекрасных наших девушек. Мы прошли два конкурса, провели конкурс по ограничению речки актриса и пришили по клубе. В двух конкурсах набрали количество баллов общее. Игнатьева Эльмира 18, Тайковская 15 баллов, Крупникова Маргарита 13, Исауленко Дарья 17, Карл Елена 5, Шабалина Милена 2, Боровских Драугаде 4, Долодина Юля 13, Половина Эмма 14 и Сенсенатова Виктория 13 баллов. Прудникова Маргарита. Так, уважаемый зал, чуть тише. Я хочу поздравить всех приветствующих в зале женщин. С наступающим 8 марта вас. Пусть все их невзгоды вас обойдут стороной. А сейчас я хочу представить вам стихотворение. Я видел сегодня седую старушку, в автобус войдя, она села со мной. Костюмку заправила, рукою за ушко, она телефон достала чудной. Обычный мобильный, серого цвета, и пару царапин мелких видно. Но необычно в нем было не это, меня удивила надпись одна. На экране его засветилась, любимый, и фото седого в очках старика. Она мне в трубку ответила, милый. Доктор сказал, поживу я пока. Я села в автобус, уже близко к дому. Не надо, не стоит, обед не готовь. Пускай кто-то мыслит сейчас по-другому, но я был уверен, я видел любовь. Молодец! Следующая сцена приглашается участница под номером 2. Боровских Драугаде. Я вам представлю стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще мы... Извините. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томя. Я вас любил так искренне, так нежно, когда и вам Бог, любимый, быть другим. Следующим на сцену приглашается участница под номером 4. Шабалина Милена. Вижу все, вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повар подаю. I meeting you once, no to think as part of sentence new. I didn't dare to believe her, I didn't give sweets a habit. I did not have a habit of freedom. Another thing separated us, where unfortunately victim of letter fell. From all what is nice to my hair, when I don't know my hair. No, to be here a minuto, si dar todos partes. Siento bonito, se vos aumiento, se trepas, se vos amores. Bayus,
мольбе моей смиренной увидеть ваш суровый взор, затеи хитрости презренной и слышу нежный ваш хор. Когда б мы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разом вам всечасно смирять волнение в крови. Желать обнять у вас колени, зарядав ваших ног, излить мольбы, признания, пение, все-все, что выразить бы мог. А между тем, разборным вкладом, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я вашей воле и предаюсь своей судьбе. Молодец! Исауленко Дарья и Канц Елена приглашаются на сцену. Дорогие наши учителя, с женским днем вас поздравляем и терпения желаем. Рады мы у вас учиться, в жизни это пригодится. Долгих лет вам и здоровья, Бог чтоб наградил любовью, чтоб работать с вдохновением и отличным настроением. Чуть дальше, Яна, чуть дальше Thank you.
Долодина Юля. Хочу продемонстрировать вам свое творчество. Творчеством я увлекаюсь с 8 лет. Когда-то мама с папой подарили мне на день рождения набор для изготовления картины эстрад. Это занятие меня очень привлекло, я попросила повторно купить картину наподобие такой. И у меня получились вот такие вот картины. Меня привлекло мелкое творчество, и я решила попробовать себя в сфере бисероплетения. Бисероплетение меня очень сильно порадовало, потому что у меня довольно-таки неплохо получалось. Я изготавливала из бисера деревья, это липа, затем яблоня. Также я изготавливала цветы. Это данные цветы из поездок сделаны. Вот цветы из бисера. Подарила дяде на 23 февраля.